Экспертизу радиоэлектронных устройств начали проводить в областном центре около года назад. Основные ее задачи – определение работоспособности и основных технических характеристик, а также копирование пользовательской информации таких гаджетов, как, к примеру, телефон или навигатор. Еще недавно для того, чтобы провести подобную работу, необходимо было отправлять девайс в столицу. Сегодня с этим заданием на ура справляются областные специалисты. Перечень объектов экспертизы радиоэлектронных устройств очень велик. Начиная от электроловильных устройств, попросту электроудочек, заканчивая электродетонаторами самодельных взрывных устройств. Однако большую часть объектов экспертизы данного рода все-таки занимает мобильные устройства, такие как мобильные телефоны, смартфоны и планшеты. Наша задача при производстве экспертиз радиоэлектронных устройств применить свои знания, современное программное и аппаратное обеспечение для того, чтобы отыскать эту информацию в мобильном устройстве, извлечь ее и предоставить для инициатора назначения экспертизы в удобном для последующего анализа виде. Чаще всего подобные манипуляции с радиоэлектронными устройствами проводятся в рамках расследования дел правоохранительными органами. Даже если человек удалил информацию или, например, телефон выведен из строя, у сотрудников комитета есть способы и методы вновь заставить его заговорить. Бывает и так, что люди сами приносят гаджеты для того, чтобы извлечь из них дорогую сердцу или важную информацию. За текущий год экспертами отдела технических экспертиз управления было выполнено 233 экспертиз радиоэлектронных устройств, к которым относятся мобильные телефоны, планшеты и смартфоны. Данный вид исследований помогает не только правоохранительным органам, но и гражданам, которые могут обратиться в Управление Государственных комитетов судебных экспертиз Республики Беларусь по Брестской области с заявлением для проведения экспертизы радиоэлектронных устройств с целью выявления и извлечения информации с мобильного устройства и другого источника информации. К слову, за 11 месяцев текущего года специалисты Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области выполнили 41 209 экспертиз и исследований, что на 2500 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все чаще к экспертам жители области обращаются в частном порядке, к примеру, для проверки подлинности документов или идентификационных номеров автомобиля, при установлении спорного родства или восстановлении важной информации с внезапно переставшего работать гаджета. Выполняются такие работы на платной основе. Однако, как правило, в таких ситуациях установить истину прямо как выполнить условия договора – дело, которое дороже денег.